Американскому спортивному врачу дали 175 лет тюрьмы за насилие. Суд признал Ларри Нассера, который работал со сборной США по спортивной гимнастике, виновным в домогательствах к спортсменкам и другим женщинам во время медосмотров. Обвинения против него выдвинули более 150 человек. Отсчет срока начнется только, когда доктор Нассер отбудет 60-летнее наказание, вынесенное раньше по делу о детской порнографии.